Всем привет, с вами Андрей Полховский. В сегодняшнем обзоре у нас Quattro Beach Spa and Resort 5 звезд Алания. Quattro Beach открыт в апреле 2014 года. Находится в Канаклы. До центра Алании 12 километров, до аэропорта Анталии 110 километров. Отель имеет категорию 5 звезд и работает по системе «Ультра все включено». Дорога на туристическом автобусе займет около 2-2,5 часов с учетом заезда в другие отели. Заселение происходит после 14 часов, выселение до 12, вне зависимости от времени вашего приезда в отель. Территория отеля компактная, площадь ее составляет 20 тысяч квадратных метров. Все объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности. Дизайн выполнен в современном стиле. Wi-Fi работает по всей территории отеля и скорость его радует. Большие файлы отправляются быстро и легко. Отель состоит из одного шестиэтажного здания. Для удобства в отеле расположены скоростные лифты. Одна из особенностей отеля – отель не принимает одиноких мужчин и не селит мужчин в одном номере. В отеле есть мини-маркет, парикмахерская, фотостудия и магазин кожаных и ювелирных изделий. В течение дня в отеле дежурит медсестра, возможен вызов доктора. Зона ресепшн выглядит весьма привлекательно. Интерьер мне понравился. Много элементов выполнено в светлых тонах. Для украшения используются живые цветы, что создает праздничную атмосферу. С мерами безопасности в отеле также все в порядке. Везде стоят дезинфекторы для рук, а также можно встретить бесконтактные термометры. Здоров. По правую сторону от входа есть два столика, за которыми находится Guest Relation. Это специалисты по работе с гостями. Для вас в отеле это самые главные люди, которые помогут вам решить все вопросы, касающиеся вашего отдыха. Например, забронировать столик в а-ля-карт, либо учесть ваши пожелания по питанию. Все вопросы, касающиеся вашего отдыха в отеле, вы можете адресовать этим девушкам. Приветствую вас, друзья, солнечного Аланийского побережья. Меня зовут Катерина, и я являюсь представителем сети отелей Quattro Hotels. Наш замечательный отель Quattro Beach уже открыл свои двери в долгожданном сезоне 2021 года. Мы подготовили для вас много нового и интересного, и с радостью примем вас для проведения долгожданного отдыха. С любовью из Турции, Quattro Hotels. В Quattro Beach всего 438 номеров, которые могут вместить 950 человек. Большинство номеров двух категорий – это стандарт и Family. Стандарт Room – площадь его 29 квадратных метров. Номера оформлены в современном стиле. Подобрана гармоничная цветовая гамма обстановки. Все номера имеют индивидуальный кондиционер, душ, фен, балкон, телефон, телевизор, мини-бар. По приезде заполнен безалкогольными напитками, а в течение отдыха пополняется питьевой водой. Есть набор для приготовления чая и кофе. Wi-Fi в номерах работает, он бесплатный. Электронный сейф предоставляется также бесплатно. В номерах есть тапочки. Халаты предоставляются в номера для молодоженов. В номерах есть балкон, с которого открывается вид либо на бассейн и территорию отеля, и на море, либо на соседние отели и боковой вид на море. Номер стандарт рассчитан на размещение 3 человек. Имеется возможность организации дополнительного спального места. В стандартных номерах с видом на море есть одна двуспальная или две односпальные кровати. Номера с видом на море могут находиться также в центральной овальной части отеля. Сейчас посмотрим еще номер Family. Номера категории Family выполнены в таком же стиле. Имеются номера, состоящие из двух жилых комнат, разделенных межкомнатной дверью, либо номера, имеющие зонирование с помощью двери купе.
В номере Family может разместиться до 5 гостей. Площадь номеров Family от 37 до 51 квадратного метра. Забронировать Quattro Beach и другие турецкие отели вы можете в нашем турагентстве. Контакты и в описании под видео. В отеле есть главный ресторан, в котором гостям предлагаются основные приемы пищи. Завтрак, обед и ужин. Завтрак происходит с 7 до 10 часов утра. Поздний завтрак с 10 до 10.30. Обед с 12.30 до 14 и ужин с 19 до 21 часа. Также доступен ночной прием пищи с 23 часов до 6 часов утра. В ресторане действует дресс-код. Вход в купальных костюмах запрещен. Для детей в главном ресторане есть детский стол во время обеда и ужина. Шеф-повара отеля предлагают блюда турецкой и мировой кухонь в формате шведского стола. Один раз в неделю проходит турецкая ночь, где представлены в широком ассортименте блюда турецкой кухни, а один раз в 15 дней на специализированном гала-вечере гостям предлагается широкий ассортимент изысканных блюд мировой и турецкой кухонь. Во время основных приемов пищи в главном ресторане гостям предлагают диетическое меню. Если у вас аллергия и есть необходимость в приготовлении специальных блюд, вы можете обратиться на ресепшн или в отдел по связям с гостями за помощью в составлении специализированного меню. Питание организовано таким образом, что практически всю еду подает персонал. Вы только показываете, что вам положить. Персонал тоже очень старается, чтобы гостям отеля было комфортно и все понравилось. Расположиться в ресторане можно как внутри помещения, так и на улице. Поэтому вы сможете наслаждаться едой и прекрасным отдыхом на свежем воздухе. На улице также готовят блюда на гриле. Ну что я могу сказать? Что у нас на обед в Quattro Beach? На обед у нас пюрешка, курочка под соусом, макароны запеченные. Это филе курочки, это филе рыбы, это что-то из мяса. Я уже не помню, что. Вот, но выглядело шикарно. И каждый вид пиццы. Сколько мы сможем скушать, это не понятно. Сейчас будем пробовать. Да. Все это взято ради теста. У меня сегодня на обед рыба, салат, брокколи, цукини и фаршированный баклажан. В отеле есть три а-ля-карт ресторана: мексиканский, рыбный и итальянский. В концепцию включено одно посещение одного из ресторанов за весь период проживания, если ваше проживание составляет не менее 7 дней. Работают а-ля-карт рестораны с 19 до 21 часа по предварительной записи. В течение дня на территории отеля можно найти закуски в баре у бассейна с 11 до 17 часов. Он же является и баром на пляже. Находится как раз удобно между бассейном и пляжем. С 9 до 16 часов тут готовят гюзлеме. Это плоские турецкие блинчики с начинкой. Мороженое, вареная кукуруза и фрукты доступны также в баре у бассейна с 15 до 17 часов. Также тут можно найти и детские блюда. Особое внимание хочу уделить кондитерской Quattro. Находится она недалеко от ресепшн. Если стоите к ресепшн лицом, то поворачивайте налево и нужно пройти метров 10. Огромный выбор вкуснейших кондитерских изделий и выпечки, а также чай и большой выбор кофе из Starbucks. И приятный интерьер ждут вас здесь с 16 до 23 часов. Весь ассортимент попробовать мне, конечно, не удалось, но все, что попробовать получилось, все было очень и очень свежим и вкусным.
В отеле расположено 5 баров. Бар в главном ресторане, лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже и бар на дискотеке. Напитки в барах предлагаются бесплатно с 10 часов утра до 2 часов ночи. В концепцию отеля включены безалкогольные и алкогольные напитки местного и иностранного производства. Алкогольные напитки иностранного производства, включенные в концепцию «Ультра», подают только в лобби-баре. С 2 часов ночи до 4 часов утра алкогольные напитки подаются платно. В отеле Quattro Beach сегодня вечер мексиканской кухни, и я надеюсь отлично поужинать. На территории отеля расположен большой открытый бассейн 1100 квадратных метров, глубина его 150 сантиметров. Есть детский бассейн площадью 115 квадратных метров и глубиной 50 сантиметров, а также бассейн с водными горками. Время работы водных горок с 10 до 12 и с 15 до 17 часов ежедневно. В отеле есть также два крытых бассейна в спа-центре – взрослый и детский. По обе стороны от основного бассейна расположены шезлонги и зонтики. И сразу возле бассейна расположен бар, что делает пребывание у бассейна более комфортным. Отель находится на первой береговой линии, поэтому находится он непосредственно на пляже. Расстояние до пляжа примерно 1 минута пешком от главного здания отеля. Пляжу присвоен голубой флаг, что говорит о его чистоте и ухоженности прибрежной территории. Протяженность пляжа 150 метров, ширина его 40 метров. При заходе в море с берега могут встречаться камни. Пляж оборудован комфортабельным пирсом длиной около 50 метров с двумя лестницами для более удобного входа в море. Пирс оборудован, на нем также можно удобно расположиться на шезлонгах с зонтиками. Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. На пляже есть Wi-Fi, в баре на пляже можно осуществить полноценный прием пищи. Закуски доступны в ресторане на пляже с 11 до 17 часов. Я рекомендую данный отель для посещения. Он современный, молодежный и подойдет практически всем категориям туристов. Качественное и разнообразное питание, прекрасный климат и красивое море – все, что нужно для вашего отдыха. Смело ставлю отелю пятерку.
Для семей с детьми, конечно, больше можно порекомендовать Quattro Family Club Dam, который находится рядом через дорогу с Quattro Beach. Это отличный качественный вариант для семейного отдыха, в который вы захотите еще не раз вернуться. Открытие Club Dam запланировано на июнь 2021 года. Надеюсь, мой обзор Quattro Beach был информативен и полезен. Ставьте лайк, если он вам понравился, а также подписывайтесь на канал, если еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие новые свежие обзоры турецких отелей в сезоне 2021. А с вами был Андрей Полховский. До встречи в новых выпусках.